Всем привет! Я ходила сейчас в магазин, время 5:30 вечера. Я решила прогуляться, в общем, купила муку, так как в магазине закончился хлеб, разобрали. Наверное, придется печь. Теперь у меня есть две буханки несвежие, можно сухарики сделать, ну, посмотрю. Я купила яйца, я купила кошкам корм. Значит, бананы, к чаю вот такие вот печенюшечки, значит, колбасу взяла докторскую особую, вот, жарить с яйцами и окорочка, в общем, здесь 3 штуки, вот, продуктов, вот это все. Вот, в общем, у меня закончилось дома шампунь, гель-душ закончился, чистящее средство закончилось, кастрюли чистить, потому что подгорает, нужно чистить, вот, и, в общем, не отчистить. Мы собакам варим, и каша подгорает иногда. Вот купила вот такую вот, я не знаю, как она называется, в общем, железную такую чистить кастрюли. Купила салфеточки вот такие, потому что другие там есть, но они что-то очень дорогие. Вот, со стола вытирать. Купила, значит, салфетки. Купила туалетную бумагу, сегодня решила вот такую взять, мягенькую, хорошую. Купила губки и купила вот такой ящик для рассады. Ну, думаю, может пригодится. Вот, и, в общем, вот такое чистящее средство я взяла. Взяла, значит, вот такую шампунь. Шампунь недорогая, по 60, по-моему, 60 с чем-то. И также гель для душа, да? Нет, наоборот, это шампунь, вот, а это гель для душа. Вот. В общем, ну, недорогие взяла. Вот, ну, такие вот у меня сегодня покупочки. И за это, за все я отдала 1490 рублей. Ну, на этом все. Всем пока-пока.